В интернете набирает популярность видео, на котором медведица отважно спасает своего малыша. Медвежонок забирается на дерево, а мама пытается снять его с высоты, но и это получается не сразу. Тогда медведица принимает решение согнуть ствол, чтобы стряхнуть малыша вниз, затем лезет наверх. Под напором отважной мамы тонкое дерево ломается, и медвежонок оказывается на земле. Что было далее, это уже совсем другая история.